Серан против Зерга. Ну чё, дроп чемодан, да, почему нет? Так, главное стеночку сделать, потому что мы вслепую играем. И дропать с какой-нибудь такой локации, где скорее всего не будет этого злодея. Итак, оба. Ой, это ж бесполезный тип. Не, на это Макичи ты 3700 точно не дождешься. Так. Я ж рандом, почему бы не поразведывать? В принципе. Так, а ну-ка убить лишнего. О, сколько мне не хватает? 6. Так, ну быстро убивайте лишних. Какой фейлище просто. Саплай не хватило. Это вообще провал. Ну ладно, сейчас будем как-то из него вылазить. Блин, он нас рассекретил. Как он рассекретил? Тут это... Да. Гидролисков идет. Доставка.
Оп. Ой, Квина. Квина вообще разлетается в смак. Так, что, я предлагаю разбиваться. Ух, это была серьезная микрозадача. Так, чемоданы на ремонт, срочно. Так, а ну-ка быстренько. Оп-оп. Теперь ты в равных условиях можешь развиваться, да, вообще. Типа, в принципе, я думаю, все честно теперь, да. Теперь можно играть нормально. А то он за зерга стартанул. Там как бы не совсем уже честно. Если бы он за протаса был, то я понимаю, да, можно было говорить о правосудии. Так, вы на атаку. Торы просто со всех сторон. Рвут. Спасайтесь! Ух! Ух! Это было жестко.